У нас теперь есть статический идентификатор. Теперь давайте попробуем добавить нашу конференцию. Все сведения о конференции вы можете узнать в приложении. Если нажимаете на «Показать приглашение на конференцию», вы здесь увидите идентификатор ваш и пароль. Теперь давайте попробуем загрузить нашу конференцию платформу. Для этого заходим в Patons, в свой личный кабинет. Здесь выбираем учебную аудиторию, ваш предмет, по которому у вас пара. Заходим по этой кнопке. Здесь общие сведения о вашей паре, лекции, лабораторные и тому подобные занятия ваши, которые у вас по расписанию стоит. Теперь заходите по вкладке «Вебинары». Здесь будет отображаться все ваши вебинары, которые вы проводили. Для того, чтобы добавить новый, нажимайте на кнопку «Добавить». Здесь выбираете платформу Zoom. Здесь набираете тему. Тема завтрашнего моего урока — это методы строк. Python. Логин конференции — это вот наш идентификатор, который мы создали. Копируйте его. Вставляете. Логин — это наш идентификатор, копируйте и ставите его. Пароль — это 1, 2, 3, 4, 5, который мы указали до этого. Здесь указываем ссылку на платформу Zoom. Для этого достаточно просто набрать Google Zoom, заходите по первой ссылке и скопируете ссылку на сайт Zoom. Здесь вставляете. Теперь здесь выбирайте дату. У меня урок завтра в субботу 10:10. Устанавливаю. Как только все здесь заполняете, нажимайте на кнопку «Сохранить», и вот у вас появляется новый вебинар. Теперь каждый студент может заходить на свой личный кабинет. Это представим, что личный кабинет студента. Он также заходит в учебную аудиторию и выбирает предмет по расписанию и заходит туда. И нажимает на вкладку «Вебинары». Ему тоже будет показана вся эта информация. Время начала, логин и пароль. По этому паролю ваш студент и заходит.